На протяжении долгих лет всегда в разных городах Подмосковья хирурги со всей Московской области собираются на традиционную конференцию и делятся друг с другом медицинским опытом. На мероприятие приглашаются и специалисты федерального уровня. Это вообще делается для нашего отечественного здравоохранения. И конкретно для пациентов, которые обращаются в наши лечебные учреждения. Прежде всего, раз речь идет здесь вот в Московской области, то, несомненно, для того, чтобы повысить качество лечения пациентов именно этого региона. Сейчас для этого, несомненно, проделывается и идет очень большая работа. Сегодня темой обсуждения стало внедрение современных технологий в абдоминальную хирургию, самую старейшую в полостной хирургии. Именно с нее начинается обучение студентов. Сейчас появляется много нового оборудования, которое облегчает процесс оперирования и делает его безопаснее. В холле были представлены примеры таких новинок. Гости конференции с интересом изучали экземпляры оборудования, задавали много вопросов, активно обсуждали, насколько удобно будет работать с теми или иными видами медицинской техники. Это обмен опытом. Само название говорит, новые инновационные технологии, то, что мы должны внедрять в хирургическую деятельность отделений Московской области. Внедрение происходит достаточно стремительно. Ряд медицинских центров региона уже могут похвастаться наличием такого современного оборудования для лечения заболеваний и травм органов и стенок брюшной полости. Главный хирург Московской области отметил, что и больница Ленинского района входит в этот список. Уровень достаточно высокий. То есть я знаю коллектив, я знаю оснащение, я знаю результаты. Поэтому я бы сказал, достойный уровень оказания медицинской помощи. Несколько главных спикеров выступили с докладами о своих практиках использования современного оборудования. Конференция продолжалась не один час. Юлия Погосян, Николай Карбанов, Ольга Садовская, Видное ТВ.